в студии. Давайте знакомиться с нашими гостями. Наталья Баженова, Ольга и Елизавета, арт-группа «Фабула». Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Наталья, вы являетесь руководителем, да? Давайте начнем с того, когда вы сами-то первый раз познакомились с ходулями. И что вообще это такое в современном мире? Потому что мы часто можем вспомнить подобных высоких людей давным-давно, еще там в средневековье даже. Да, но мы начали заниматься оригинальным жанром лет 12 назад, наверное. Наверное, с ходулями познакомились, может, лет 11-10 назад. Начали тестировать, сделали самостоятельно деревянные, тяжелые, так страшненько было. Вот, вообще же ходули, это, да, вот из, очень из древности, так сказать, идут. Помогало это раньше людям грязь переходить, то есть они были более такие, не такого плана, да, есть разные. Есть сейчас строительные ходули. Вот, ну, нас это заинтересовало. Костюмы шить. Красиво. У меня вот вопрос. Девчонки переминаются с ноги на ногу. Это обязательно условие для того, чтобы держаться? То есть, если ты остановишься, есть риск упасть? Да, то есть здесь баланс получается всего лишь на двух точках. Угу. И вот есть другое направление, там джампер, где-то можно постоять. У ходули в основном это, ну, на несколько секунд можно задержаться, чтобы там спозировать, сфотографировать, как фотки не размазывались. А так в основном... Есть ли разница высоты, да? То есть какие ходули можно сделать? Какой, может быть, минимум есть или максимум, который вы достигали? Но мы ходим, у нас 80 сантиметров, потому что для улицы, в принципе, это комфортно. Для помещения, ну, вы тоже видите, что выше уже будет сложно. Вот вы говорите, мы ходим. А где вы ходите? Различные, да, мероприятия, сопровождаем шествия, праздники, встречи гостей, фотозоны, фотосессии. Очень любим участвовать в таких концертных номерах, как коллаборации, да, с танцорами совместно, какие-то такие действия делать, сопровождать именно концертные номера. Всегда очень интересно. Такие высокие гости у нас не часто в программе. Девочки, как там наверху-то? Очень хорошо. В чем сложность, когда вы первый раз встали? Помните ли вы эти ощущения? На самом деле... Нет, я не боюсь высоты, ничего, это прям спокойно. Просто пара тренировок, и все хорошо. Хорошо, ну а падения бывали в процессе? Нет, не было. Серьезно, что ли? Сразу встали? Да. Без поддержки, без всякой? Или у вас нет, есть какие-то специальные... Нет, тренировались долго, вот, но падений не было. А у меня вопрос, как вы, в принципе, на них встаете? То есть с лестницы, с какой-то стремянки или как? Вот как подняться из положения сидя? Я вообще просто не понимаю. А с помощью какого-то человека, который поможет поднять? То есть вы, как бы, условно говоря, со стола на них вот так вот, ну, сшагиваете? Мы их, образно говоря, как обуваем, так, одеваем и потом встаем как раз таки. А потом вас просто поднимают. Да, с поддержкой какой-то мы... Скажите, а ходули индивидуальные или, в принципе, вы можете как сегодня на этих постоять, завтра на других? Ну, в принципе, да. Это можно и на тех, и на тех. То есть они универсальные. А как они там крепятся? Мы нельзя, да, там? А там можно штанину задрать и посмотреть. Просто очень любопытно. То есть обычно... Как они фиксируются? Ну, они как бы самодельные у нас, да, не супер. То есть подставочка, фиксация ноги здесь. Угу. Зачастую мы фиксируем серединки и под колено обязательно. Ага, ага. Ну, желательно какую-то, чтобы... здесь такое делаем опору, что если вдруг будет какое-то падение, защита была. Угу. У нас был один раз прецедент. У нас мой второй партнер, так сказать, по команде, опытный ходулист уже. Вот, да, было один раз падение у нас на выступлении, на сцене. Выходили сцену на линолеум, когда вода скользкая очень для резинового покрытия. Угу. И там был холодный дым. Угу. Сзади вот этот. Тяжелый. Он давал конденсат. Угу. Тяжелый дым, да. И вот в процессе он, когда выходил, он поскользнулся. Высота этой ходули, она по ноге докуда идет? Ну, то есть по ноге обычно идет фиксация чуть под выше колена, да. Угу. По стопе у нас 80. Вообще ходули бывают делают и метр, и 2 метра. Это вот такие уже профессионалы. Тут, конечно, еще нужно очень, чтобы мозг хорошо реагировал на высоту. Потому что когда одеваешь, привычка того, что ты наступаешь, а у тебя... Ну, разница, да, разница. Земля, да. Слушайте, прям... Наталья, а есть ли какая-то техника безопасности, например, преподаете ли вы, ну, вот как аккуратно упасть можно было? Да, вообще, да, есть определенная техника падения. Вот, но мы объясняем, ну, мы не рискуем, то есть мы, как сказать, не ходим. Демонстрации где-то. Нет. Да, то есть мы стараемся, чтобы не падать. Ну, а если упасть с такой высоты, то можно получить травму, правда же, да? Ну, если там не сгруппироваться или еще что-то не сделать. Что самое сложное приходилось вам делать когда-нибудь на ходулях? Не знаю, приседать, подпрыгивать, танцевать? Никогда ничего не просили, да? Вообще все скучно, ну, однообразно. Стоим себе на одном месте. Я танцевала на сцене. В этот момент были вокалисты, они пели, и нам нужно было... У нас были костюмы ангелов, у нас есть еще костюмы ангелов, так, с большими красивыми крыльями.
Вот у нас тут головной убор был, и нам нужно было прямо, мы танцевали, у нас прямо была хореография с партнером, и вот это было сложно. Ну, а устраивали гонки, например, на перегонки прям так? Кто быстрее добежит? Нет. Тем самым показать мастерство устойчивости на этих ходулях. Сложность бывает, когда стоять, у нас как раз человек был, он работал один раз 5 часов подряд. То на есть, каком-то мероприятии, да? То есть вот это как бы сложно, когда ты там час-два еще как бы держит нога, а потом уже, естественно, затекает, устает. Вот 5 часов был такой, наверное, самый длительный период, ну, да. который... Та и это было еще поле с сусликовыми ямками. Вон оно как, вот понятно. Это вот такое. Та опасность. Площадка, на которой стоит нога, а если ее сделать больше, будет ли, ну, более нет, устойчиво? Не факт. Нет, она подбирается, не мы как-то под себя выбрали. То есть совсем узкая, некомфортно, большая, у тебя, получается, стопа совсем не двигается, и это... дискомфорт вызывает. Ну, а по поводу костюмов и художественного образа, тут безгранична фантазия, правда же, да? То есть в любом образе можно предстать. И вот так же на презентации, например, на открытии чего-либо, да? В общем, являться украшением этого события. Это, мне кажется, великолепно. Спасибо большое, что сегодня к нам пришли. Спасибо, что до нас дошли. Далеко назад-то вам так идти? Железногорск. Да, Железногорск. Будем ждать вас снова. Успехов вам. Спасибо.